Город и республика отметили 78-ю годовщину Победы. Памятные возложения цветов, вело- и автопробеги, поздравления ветеранов прошли во всех городах Приднестровья. Отголоски великого всенародного праздника раздаются и по сей день. От юга до самого севера, когда-то большой, необъятной страны. Поздравить с Днем Великой Победы, поделиться историей своей семьи, рассказать о том, как чествуют ветеранов и как сохраняют историческое наследие страны. Темы, которые объединили людей из разных стран, всем, кому дорога память о победе над фашизмом. Это стало возможно в ходе телемарафона, который организовала российская телерадиокомпания «Югра». 9 мая не просто праздник, это особый день в жизни и истории нашей страны. Сегодня мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот день всегда наполнен грустью, но вместе с этим радостью и огромным количеством воспоминаний о подвиге героев. В студии и онлайн ветераны, родные и близкие тех, кто прошел дорогами войны, кто выжил в боях, самоотверженно трудился в тылу. Одна за другой оживали истории военных и трудовых подвигов. Из них складывалась большая победа, которая одна на всех. Примите поздравления с Днем Победы от коренной макеевчанки, участницы Великой Отечественной войны Валентины Тимофеевны Базилевич Болотовой, труженицы тыла Валентины Ивановны Колчановой, жительницы благодатного Ленинграда Валентины Николаевны Нестеровой, узницы концлагерей Нелли Ивановны Макаренко. Я поздравляю всех жителей Макеевки города и города Донецка, и всю Россию, всех жителей с Днем Победы, которая нам досталась очень трудно. В семье Будункевичей бережно хранят историю предка Юрия Николаевича. Орден Отечественной войны – реликвия и для внука, и для правнука. Дед и прадед урайцев – участник Померанской операции. Историю этого этапа Великой Отечественной потомки героя знают и помнят. Таких примеров множество. К проекту присоединились все, кому дорога память и историческая правда, которую нужно передавать потомкам. Поздравления звучали из разных уголков земного шара. Пришли они из соседней Молдовы, несмотря на жестокие ограничения официального Кишинева. Противостоять тем, кто пытается переписать историю – главная задача сегодня, отмечали представители общественных движений и объединений. Разрешите вас поздравить праздником Великой Победы, нашей общей победы, наших предков над фашизмом. В этой страшной войне погибло очень много людей, и память о них для нас священна. Мы стараемся в Молдавии хранить о них память и с уважением относимся к тем, кто совместно с нами празднует этот священный день. Эта тема одинаково близка и бендерчанам, приднестровцам. Именно поэтому каждый год в Бендерах и во всех городах Приднестровья десятки тысяч людей приходят к памятным местам, чтут память павших, благодарят за подвиг тех, кто выжил, передают правду о Великой Отечественной во имя мира на берегах Днестра.